Ребята вкатываются очень быстро, потому что все ребята, кто костяк и старые, они помогают, они очень, у них хорошие отношения, они такие же были молодые, и когда приходят новые, помогают и в тренировках, и в понимании, во внутренней своей каше, там, в проживании и так далее. Поэтому никаких проблем нету, когда костяк остается костяк, с прошлого года он большой все-таки, большая часть ребят с прошлого сезона. ЦСКА «Юниор» в прошлом году играли ребята 2003-2004 года, даже те ребята, которые подходили для «Дюбла» в прошлом году. Поэтому в этом году появилась такая необходимость создания еще одной команды. Да, в этом году зашло очень много новеньких ребят 2005-2006 года рождения. Можно сказать, что сейчас мы начинаем буквально заново самые базовые элементы с ними разучать. Да, это очень достаточно сложная и кропотливая работа, но надеюсь, что у нас это получится и, по крайней мере, будем стараться. Что касается, наверное, какие планы стоят перед командой в этом сезоне, в первую очередь мы должны говорить сейчас о техническом их арсенале. То есть мы сейчас не говорим о победах, о поражениях. Нас сейчас гораздо больше волнует, как они будут выглядеть, как они будут двигаться, как они будут выполнять тот или иной технический элемент, как они будут взаимодействовать, как они будут там принимать информацию, думать на площадке и тому подобное. Поэтому сейчас это, наверное, на первом плане. Большинство ребят я знаю с прошлого года. Собрались мы вот несколько дней назад. У нас несколько новых человек. Тренируемся усердно, тренируемся тяжело, как бы, ну, стараемся, в общем, прогрессируем и готовимся к новому сезону. Очень рано начинается тренировка. Тренировки, каждая из них ударная. Вот сегодня был такой более-менее разгрузочный день, но от этого в неделю интенсивности меньше не становится. График у нас плотный, жесткий, но мы к этому готовы. Вот, достаточно много отдохнули и теперь заряжены работать. Они пришли совсем в другую уже систему, совсем в другую структуру. То есть они привыкли к тому, что они находились в спортивной школе, и немножко требования были разные. Теперь их здесь уже более строже, здесь есть медицинский штаб, здесь есть уже более такой большой тренерский штаб, который все внимательно за ними наблюдает. Поэтому здесь надо и немножко их где-то, скажем так, и подбадривать, потому что действительно для них это психологически достаточно трудно. Но и в тот же момент все равно нельзя терять эту требовательность, они должны понимать, что придя сюда, находясь в этом клубе, они всегда должны, так сказать, полностью отдаваться этому процессу, соответствовать статусу клуба. Тогда все будет в порядке.